Снова я, Александр Адяев, и веду репортаж с вами, откуда бы вы могли подумать, как всегда, из солнечного Крыма, города Севастополя. Сегодня мы вновь вышли проверить, как у нас обстоят дела на пляже, на одном из пляжей города Севастополя, с северной стороны пляжа Толстяк. Несмотря на то, что сейчас происходит в Ялте, на то, что ее вновь в очередной раз за последнее время так сильно затопило, у нас, к счастью, миновала эта беда. У нас только были небольшие тучки. Слегка вчера погремело. Тучки прошли стороной. И сейчас видит ясное солнышко. Даже, я сказал, очень жарко. И душно весь день было. Только сейчас, в 7 часов вечера, я рискнул выйти на пляж. Посмотреть, что происходит у нас. А до этого находиться на таком солнце было невыносимо. Я заранее соболезную всем тем, кто потерял свое имущество, страдал в этой неприятной ситуации из-за непогоды в Ялте. Примите мои соболезнования. Но, а мы продолжаем, я покажу вам, что происходит сейчас у нас. И так выглядит для города Севастополя. Прогулялись мы немножко вдоль самого пляжа Толстяк, и все-таки правильно, наверное, сделали, что ушли немножко в сторону, потому что на самом пляже Толстяке очень много сейчас людей с детьми, с семьями целыми. Там даже в 7 часов вечера не совсем комфортно было бы сейчас лежать с посылкой, отдыхать, загорать, шум, гам, дети бегают, душно отдыхают по-своему. Мы отошли немножко в сторону, здесь довольно-таки тихо, комфортно, хорошо можно полежать, посидеть, насладиться природой. Я показал вам, как сегодня выглядит пляж Толстяк Севастополя. Ребята, я прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео. Я буду дальше радовать вас видео с места событий, что сейчас происходит у нас в Крыму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Несмотря на то, что забрались мы, как мне казалось, в самые дебри пляжа Толстяк, который на северной стороне, все равно здесь пожилые люди, даже вот дедушка только что прогуливался с внуком. Ну и вот пожилые люди отдыхают с собачкой на пляже. Дальше видно, что сидят еще люди, туда я даже никогда не доходил, не знаю, что там. Люди тоже стараются уйти от шума, от основного, который происходит на центральном пляже, самого гуще. Там, где потише, поспокойнее, пусть в ущерб, так сказать, комфорту. Какой ароматный запах стоит. Чудесных целебных водорослей. Здесь, на окраине пляжа.
вот так вот, невзирая на то, что сегодня 27 июня и уже 7 часов вечера, и то, что здесь по всем новостям передают, что летует лютая, так сказать, корона, а то, что туристы массово покидают Крым, а тот, кто не покидает, должен это сделать. Я даже в некоторых источниках это читал, что есть какие-то волшебные рекомендации, о которых никто не слышал, а не знает, но они есть. Несмотря на то, что в Ялте страдают люди от непогоды, у нас в Севастополе хорошая, отличная погода, солнечный день, жарко, наверное, градусов все 35, и людей на пляжах полным-полно. Мы сегодня вновь прошлись по пляжу Толстяк, который на северной стороне города Севастополя. Я показал вам, сколько здесь людей сегодня присутствует. Люди никуда не уезжают, люди отдыхают, люди наслаждаются Черноморским побережьем, природой, красотой Крыма. Thank you.